За любую информацию всегда приходится платить. Вы хотите стать криминальным репортером в Японии? Почему? Думаешь, раз ты иностранец, то правила другие? Иностранец! 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 Тебе нравится надирать мне яйца, да? Это величайшая радость в моей жизни. Сдаться и вернуться домой не вариант. Понимаешь, что я имею в виду? Я знаю, что ты имеешь в виду. Я хочу узнать настоящий Токио, который скрывается под поверхностью. Позволь угадать. Вот значит, как вербуете копов. Слушай, Джейк. Все, что ты делаешь с информацией, имеет последствия. Всему есть цена. Джейк, это Сато. Он не такой угрюмый, каким кажется. Каково это быть якудзой? Я мог бы написать об этом. Да, но тогда бы мне пришлось убить тебя. Репортеров здесь не особо любят. Особенно если они хороши в своем деле. Итак, у хороших репортеров здесь много врагов? Мужчина без врагов — это не мужчина вовсе. В этом мире, как только мы открываем дверь, ее очень трудно закрыть. Готов ли ты умереть за то, во что веришь, или хочешь остаться трусом? Тебе решать. Не вздумай писать об этом. Полиция Токио. Озвучено для канала в рейтинге.